Рассмотрим пудру-бронзатор для лица от The Sam – Semel Luminous Multi Shading. Большим преимуществом этого продукта является минеральный комплекс в его составе. Формула средства создана таким образом, чтобы выполнять не только декоративную, но и ухаживающую функцию. Рассмотрим способ применения. Перед началом использования снимем защитный стикер. Небольшое количество бронзатора необходимо нанести специальной кистью или спонжем на переносицу, лоб, подбородок, над скулами и вдоль линии роста ресниц. Средство следует тщательно растушевать. Наберем небольшое количество и нанесем на кожу. Рекомендуется использовать этот продукт для скульптурирования черт лица. При помощи этого средства можно скрыть несовершенство внешности, а также подчеркнуть достоинства, убрать объемы и передать приятный золотистый загар оттенку вашей кожи. При нанесении бронзера на линию скул зрительно сужается лицо и щеки. Смешанные цвета палитры дают идеальный бронзовый, сияющий, легкий оттенок. Также допускается использование оттенков по отдельности. Пудра не забивает поры, она не комедогенна, поэтому рекомендована к использованию даже обладательницам жирной и проблемной кожи. Объем продукта 8 грамм.